она, в общем-то, страшна, и она не может отпускать. И вообще, я как учитель могу, учитель, школьный учитель, могу сказать, что 20 век вообще не должен отпускать русского человека. И, наверное, я словами Твардовского скажу в моей замечательной строчке: найти себя в себе и никогда не отпускать. И, наверное, я себя нашел именно тогда, когда приехал, посмотрел на эти могущественные, могущественные просто леса, понял, где рождались Орловы 300 лет. Я прочту единственное стихотворение, посвященное Александру Трифоновичу Твардовскому. Я без вести не пропадал под Ржевом, не замерзал в манчаловских лесах, не побывал на правом и на левом, а мы как кровью в волжских берегах, и не курил в окопах самокрутки, не пил из фляги перед боем спирт, не отпускал мне Вася Теткин шутки, но смерти мне знаком холодный флирт. И жизнь моя не сказка, не халява, кто скажет мне, что я себя берег. Нас всех с годами встретит переправа, я для нее давно не новичок. И в миг, когда начнется перевозка, и лестницы вдруг встанут облака, меня поманит из-за солнца тезка, признавших в моем сердце земляка. Спасибо.